Наши предки говорили, что самое большое богатство, когда ты уважаем и в цене у своего народа, у своей семьи. Но любое уважение начинается с собственного дома, с собственного села, с республики. А ингуши, вы знаете, это народ, я сказал, очень добрый. Наверное, народ, который я больше всего на свете люблю, не наверное, а точно.